Пошла, здесь пошла, отлично. Там еще будет что-то. Ну вот мы видим, да, вот мы сейчас находимся уже на четвертом участке от дачи Владимира Владимировича. И вот здесь какой-то эллинг железный, в котором, соответственно, катера какие-то с выездом к озеру. Вот видите, да? Ступенечки, все дела, вот там катера приезжают. Сейчас только что замерили, вот эта баня, она тоже залезает углом на территории 20 метров. То есть где-то примерно, ребята замерили, примерно 13 метров. Вот, экологи перемещаются дальше, гуляющие экологи. Ничего не нарушают, на частную территорию не заходят. Перемещаемся в пределах 20-метровой зоны. Далее не залезаем. И вот это все, видите, да? И занято аж заборы до самой воды, видите? До самой-самой-самой воды заборы. Вот. Здесь вот эллинги для катеров. Спуск, видите, к воде. Вот такие вот мощные гаражи для катеров. Вот экологи точно отмеряют. Видите, вот ровно уровень воды. Видите, держит один человек. Ровно уровень, натягивают. Точно, аккуратно. Не на самой водой, а на промывочной. И вообще на этом. Ровненько по рулеточке, все. И при том экологи как бы тут не топчут газоны, ничего не ломают, ничего не рушат. Вот. Ходит аккуратненько. Вот видите, где 20 метров. Вот мы сейчас дойдем, это вообще вот здесь. Вот это граница 20 метров. Представляете, да? Этот фонарик. Дерево. Неровно. Ну да. Ну мы погрешность. Плюс-минус, да. А чуть-чуть сторона. Полметра готовы туда-сюда отдать. Да ничего, вот как раз вот этот столбик, вот 20 метров. Ничего, прокуратура приедет, уточнит, все разберут. Да, да, геодезисты есть. Да. Мы же примерно все. Приборы. Общественники. Приборы есть, GPS-ы, ну, ГЛОНАССы даже уже есть, не то что GPS-ы. И вот эта баня, соответственно, да, понимаете, да? Это не баня. Это не баня, это летняя кухня. Летняя кухня, но она так симпатична, да. Вот она практически вся тоже находится на государственной земле и нарушает. Замечательно, только вот закон нарушает, а так бы все ничего на самом деле. Вот. Видите, эти домики, цветочки, все симпатично, все нормально. В общем, кто бы сомневался, да? Возможности у людей, скорее всего, есть. В эту сторону, может быть, в ту сторону. Так что цветочно все равно вот. Тут понятно. Такие парки сделаны, скамеечки. Вода вот все в 20-метровой зоне. Видите? Ее будет больше. Это дело 20-метровой зоны. А я шел вообще ближе. Ну что, перемещаемся дальше. Это какой уже был? Пятый участок, да? Пятый участок. Перемещаемся дальше. Вот видите, как люди здесь захватили 20 метров, сделали себе здесь реальный парк, да? Ну, я думаю, многие желающие были бы, наверное, устроить парк на государственной земле, но закон-то этого не позволяет. Видите, закон не позволяет. Вот здесь замечательные красивые скамеечки, красивые такие светильнички, все прелестно, все замечательно. Ну, это же государственная земля, вот, смотрите, вот оно озеро, вот. Видите, это от границы озера, вот, не знаю, 5 метров нету. Ну, конечно, было бы много желающих тут себе сделать небольшой парк на берегу озера. На государственной земле, однако ж нельзя. Снимайте участки, я вас прошу. Ну, я снимаю вот здесь. Вот, 20 метров, я снимаю 20 метров. Никто не может, ну никто не может. Представьте, что это общественная территория. Как можно запретить общественную? Ну я в пределах. Зачем дом-то снимать? Да дом я не снимаю. Дом я снимаю, нафиг не снимать дом. Ну, вот нарушение, вот и я вот снимаю. И все, и дома, чтобы было видно, кто и как. Не, ну дом не снимаю, ну зачем дом снимать? Он не нарушает. Я вам квартиру не иду, не снимаю, что